касается собак. Тех, которые друзья человечества всего. И мои выходят тоже. Я не очень их люблю. В смысле, я их не люблю. Я обычный человек, как-то ближе и дороже. Взять, к примеру, хоть тебя. Ты обычный человек. Нет у тебя хвоста. Ты красива, ты опрятна. Я, к примеру, подойду. Дам сосиску, набери. Разве ж ты ее возьмешь? Вряд ли. Как тверда моя любовь к человечеству всему. Как его не полюбить, а? За науку и культуру. Шопенгауэр, Шопен и Эйнштейн, и Эйзенштейн. Что не голова мозги, что не тулово фигура. Но представим, что Бальмонт вдруг встречает Пикассо. И не здравствуй, не привет, а обходит энергично и буквально нос сует. Он сует буквально нос. Не могу сказать, да, просто неприлично. Когда, к примеру, ты говоришь мне, что моя человечность для тебя под большим вопросом, поднимаю плечи я, поднимаю брови я. Ну, держи тогда сосиску, милая, без спроса.